23 та 24 квітня у Палаці Україна святкова програма «Дизель-шоу». Сама крута в Україні! Яскраві враження та нестримний сміх гарантуємо. Квитки на сайті dieselstudio.com та використання фонограми. Добрий вечір! Добро пожаловать в мужской клуб «Надкаблучник». Только в нашем клубе мы научим мужчин оставаться мужчинами, даже если они в ЗАГСе с дуру сказали «да». Только в нашем клубе мужчина сможет сохранить то, что делает его мужчиной. И так, чтобы они звенели. Хорошо, так, я смотрю, еще не все собрались. Но напомните мне, что вы усвоили по этой теме, пожалуйста. Ну, на чем я остановился на прошлой лекции? Мы остановились на теме, что делать, если жена не пускает на рыбалку. Так, хорошо, и что вы усвоили по этой теме? Нужно продать спиннинг и купить ей платьюшко. Это ты сам такой умный? Если честно, это она мне подсказала. Значит так, а теперь правильный ответ. Если жена не пускает на рыбалку, то нахрен она нужна? Рыбалка? Жена. Отлично, Сергей. Вот, вот. Именно поэтому вы лидер в нашей группе. Так правильно. 4 брака и все удачные. Учись, студент. Александр, перейдем к вам. Какое у вас было домашнее задание? Ну, значит, у меня такое было домашнее задание. Мне надо было сделать футболку так. С настоящей мужицкой надписью. Вот, пожалуйста. Отлично. Вот. Отлично, Александр. Вот, вот можете, когда хотите, Александр. Так, стоп, я не понял, а что у вас на спине написано, Александр? Что, где? Поверните, пожалуйста. Где? Поверните, ничего Александр. Там, ничего там такого нет. Что там? Надпись. Понятно. Да просто без этой надписи меня бы сюда не пустили. Садитесь, Александр. Сергей, да. Какое задание было у вас? У меня было очень легкое задание. Как? Прийти домой после 3 дней отсутствия с перегаром. И я его выполнил на отлично. Вы неплохо его выполнили. Да. Единственное, вы должны были прийти домой к себе, а не ко мне. А что, жене не понравилось? Нет, жена в восторге, но вы могли бы и меня дождаться. Так, ну что ж, прямо сейчас берем листики, ручки, а их у вас нет, поэтому запоминайте. Новые темы лекций на эту неделю. Да. Поехали. 1001 причина не помогать жене по дому. Как переубедить жену, что у нее не болит голова? Так это надо вот... Саня, не потратив ни копейки. Ого. Да. Как отучить жену трогать твой мобильный телефон? Почему теща должна жить отдельно? Очень наболевший вопрос. Очень. Можно ли брать жену на рыбалку? И почему нет? Скажите, а домашнее задание будет? Нет, Сергей. Будут только практические задания сразу в боевых условиях. Я прошу прощения, я прошу прощения, извините, что опоздал, 1000 извинений, я больше так не буду. Егор, я не понял, почему мы опаздываем? Дело в том, что я машину отдал жене, а ей просто нужно встретиться с подружками. А я ехал сюда на маршрутке и перепутал, и еще упал там, пришлось домой возвращаться, переодеваться еще. Достаточно, Егор. А вот это вот... Что это? Это у вас что-то к подошве прилипло или это новенькие? А это, да, это мои новые друзья. Вот мы с Женей познакомились на макраме, а с Женей на пилатес. Да. Извините, пожалуйста, скажите, а долго будет это длиться, этот урок? А то я жене сказал, что я мусор выкидывать. Да-да, и у меня как бы тоже не очень много времени, я все-таки как бы жене сказал, что с собачкой гуляю. Понятно. Случай тяжелый, но, надеюсь, не безнадежный. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Тосичек, так, садимся. Киска моя, я доехал, все в порядке, руки помыл. Да. Егор! Да. Что вы делаете? Я, ну, просто жена попросила сразу позвонить. О, так а вдруг она звонить будет? Так, Егор, напомните мне, пожалуйста, какое у вас было домашнее задание? Домашнее задание? Да. Я должен был весь день валяться на диване и ничего не делать. Так, справились. Егор, что случилось? Ну, я не выдержал и пропылесосил.
Это как пропылесосил? Ну, вы понимаете, что вся моя работа коту под хвост. Ну как пропылесосил-то? Ну просто она обещала, если я пропылесошу, я потом смогу сходить с мужиками на макраме. Егор, ну сколько раз я всем вам объяснял. Ну-ка приготовились все вместе. Все женские обещания — это... Фуфло! Вот. Извините, пожалуйста. Знаете, я вот отказался пылесосить. Неожиданно. Новенький и сразу не безнадежный. Да. Я это так и сказал. Мне еще убирать, стирать, готовить. Когда мне пылесосить? Правильно? Что за звук? Да-да, алло, зайчка, да. Так, дайте сюда телефон. Где я? С Сосиком гуляю. Дай телефон, говорю. Что? Какие голоса? Дай. Никаких дай, голосов. Дай, это дай. Собаки. Собаки. Дай, собаки. Дай, собаки. Дай, 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 дай. Вы будете гулять где хотите, с кем хотите. Вы будете приходить домой и говорить все, что другое захотите. Вы что, предлагаете мне усыпить мою жену? Знаете, а мне кажется, я понял. Мне кажется, я сообразил. Вы говорите о разводе, правильно? Развод. Да нет же, вы останетесь в браке, но будете мужиками. Так мы же вроде как это... Александр! Видели? Больно. А. Значит так, запомните, мужчина – это хозяин в семье. Да. Мужчина доминирует в семье, он глава. Правильно, мужчина – глава, жена – шея. Куда шея повернет, туда... Да что ж такое, а? Ну, послушайте, я вам говорю, что вы забудете обо всем, что до этого говорили вам ваши жены. Вы будете говорить им, что делать. В смысле, как это жене говорить, что делать? Вот ты дрыщ. Бери телефон. Да, конечно. Что? Звони жене. Как она у тебя подписана? Тюси-пусечка. Переименовывай, пиши овца. Как овца? Так вот, овца. Давай овца, пиши овца. Так. Звони. Ага. Говори, что делать. Сейчас. Алло, дорогая, привет. Жестче. Алло, дорогая. Еще жестче. Алло! Другая. А значит так. Сейчас, дорогая, ты пойдешь на маникюр. Да. Потом в парикмахерскую. Да. А потом ты зайдешь в ювелирку и купишь себе, что захочешь. Ясно? Что? Денег у тебя нет. Я скину. Сколько? Она еще спрашивает, сколько. Сколько скажешь, столько и скину. Ясно. Жестко. Жестко. Овца. Правильно, да? Я правильно сделал? Ну, почти. Дайте сюда телефон. Так, отложите телефоны. Я не понял, это что это? У вас что, второй телефон? А, я так понимаю, второй это для левых связей, да? А нет, это жена мне подарила. Здесь встроенный датчик движения. Как она будет за мной следить? Конечно. Так, дайте сюда. Все, я понял, это не получается. Начинаем групповой тренинг. Итак, смотрите, новенькие. В нашем клубе каждый мужчина придумывает себе настоящую мужскую кличку. А я уже придумал, я знаю. Я буду Масик. Нет, ты не будешь Масик. Чего это я? Потому что Масик у нас уже есть. Тогда я буду Бубочка. Бубочка тоже. И, кстати, Кусик и Кукусик тоже уже есть. О, я придумал. Я буду Тосик для конспирации. Понятно. Тосик. Ну, а ты, дрыщ, кем у нас будешь? Малявочка, Веселунчик. Кто ты будешь? Армагеддон. Ну, в данном случае, наверное, все-таки армагедец. Так, ну что? Так. Тосик, Масик, Фусик, Бусик, Кукусик и армагедец. Но! Хочу, чтобы вы запомнили самое главное нашего мужского клуба.
Все, что происходит в мужском клубе, об этом не может знать никто. Даже мама? Ты бы еще теще рассказал. Так это я про тещу имел в виду? Да послушайте, ну я сделаю из вас настоящих бруталов, ну правда. Каждую пятницу вы будете пить пиво с друзьями и смотреть футбол. Извините, у меня поджелудочная. Можно я буду смотреть сериал и пить сок? Извините, я в пятницу тоже не могу. Мы с женой смотрим «Холостяк». Вы вообще себя слышите, а? Какой «Холостяк»? Ну задумайтесь на секунду, я смогу сделать из вас настоящих брутальных мужчин. Ну, вообще-то, проект мне нравится. Подождите, ну неужели вам не интересно узнать, кто выйдет в финал Лиги Чемпионов, а? Лига Чемпионов, это что-то со спортом связано, да? Мне кажется, что церемония роз намного интереснее. Там такая интрига. Слушайте, я же даже слушать вас не могу, а? Ну какие же вы подкаблучники-то, а? А что вы за оскорбляете? Сказал, глупочки, подкаблучники. Что вы за оскорбление? Там вообще есть какой-то тест, чтобы проверить, подкаблучник человек или нет? Это как можно каждый сказать, подкаблучник, подкаблучник. Дрыщ, есть тест. Значит, смотри, дай мне свою зарплатную карточку. Она у жены. Все, тест пройден, подкаблучник. Как тут? А моя зарплатная карточка всегда при мне. Какой пин-код? Его только жена знает. Подкаблучник. А я перед тестом хотел бы посоветоваться с женой. Сразу подкаблучник. А я считаю, если вам нравится называть нас подкаблучники, то называйте, почему бы и нет. Может, поговорим о 8 марта? Ладно. Что дарить, как дарить, когда? 8 марта – это важная тема. Да. Кто мне из вас может сказать, что будет, если не подарить жене подарок на 8 марта? В смысле? Не подарить? Это как? Это что? Это не бывает, это такое. Я скажу. Прошу. Если не подарить жене ничего на 8 марта, ничего не будет. Вот. Сразу видно лидера в вашей группе. Все верно, Сергей, абсолютно правильно. Если жене не подарить подарок на 8 марта, ничего не будет. Да, да ничего. Ни секса, ни еды. Ну, послушайте, ну 2 недели каких-то можно же и потерпеть. Согласен. Но тогда и жены не будет. На самом деле, статистика говорит об обратном. Если мужчина не дарит женщине подарок, то она начинает переживать. Она думает, а что случилось? Моя переживать не будет. Сковородкой треснет и нос на бок. Нет, с 8 марта оно еще как бы понятно. А что делать с другими важными праздниками? Ну, там, День Екатерины, День Пресвятой Екатерины, День нашего первого поцелуя, День, когда мы начали встречаться, День, когда мы первый раз... Егор, остановитесь! Да вы понимаете, что они вот так вот садятся вам на голову? А мне, если честно, нравится, когда они садятся на голову. Так. Сергей, остановитесь, все. Да что ж такое? Так, у вас что, третий телефон? Да, овца звонит. Так, не поднимайте трубку. Как это? А вот так это. Ну как это, Не бери трубку, армагедец. Я не могу. Можешь, подержите его. Ты такой крутой, армагедец. Я хочу быть таким, как ты. Я справился. Да. Я справился, да? Да. Я мужик. Да. Я мужик. Я мужик. Да. Дайте сигаретку. Зажигалочку? Нет, огня не надо, спасибо. Крепкие, да? Я так и думал. Алло, да. Да, он здесь. Я не понял, вы что, жене дали телефон нашего клуба? Ну да, как бы она меня нашла. Ну что? Ладно, сейчас будет для вас непростое занятие. Марусь, зайдите, пожалуйста, ко мне. Женщина. Красивая. Чужая. Жена. Узнает. Убьет.
Да, послушайте, ну не нужно бояться. Но у вас сейчас будет действительно настоящее мужское задание. Маруся будет проходить, ваша задача посмотреть ей вслед и присвистнуть. Сергей! Ух, вас я и не сомневался. Пускай попробует кто-нибудь другой. А у вас что, есть что выпить? Я просто трезвым свистеть не умею. Свистите, как умеете. Да я вообще даже в ее сторону посмотреть не могу. Вы что? Сергей, помогите. Свистите. Извините, не сдержался. Так, ладно, упростим немного задание. Тосик, иди сюда. Это что, не настоящая собака? Конечно, мне жена не доверяет, пока еще живую собаку гулять. Так, ладно, Тосик, иди сюда. Возьми за грудь. Хорошо. Да не себя! Да не меня! Ее! Другую женщину? Да вы что, вы с ума сошли? Жена узнает, она меня живьем закопает. Да откуда она узнает? Да я его Тосик расскажет, там и камера, и микрофон, и... Так, уйди с глаз долой отсюда. Так, Егор, может быть, вы попробуете? Я? Вы? Да, конечно. Давайте. Егор, я не понял, а что вы делаете? Не хотел бы, чтобы на руке остались следы чужой женщины. А можно сигаретку? Не курите только, пожалуйста, а то моя жена не любит. А я без огня, мне и так хорошо. Они и так крепкие. Слушайте, вот у меня вопрос. Я просто вот все время сижу и наблюдаю за вашей рубашкой. Это же у вас цвет манжето, правильно? Манжента. Да. А чем вы вот пользуетесь? Каким ополаскиванием? А подскажите, пожалуйста, чтобы индюшка не пригорала, на чем вы ее жарите? Оливковое масло. Алло. Сковородка. Привет. Слушайте, я немножко, я уже с работы еду, да. Я хочу заехать сейчас купить тебе подарок 8 марта. Да, я знаю, что я с утра подарил. Я хочу сегодня еще один подарить тебе. Да, и завтра еще подарю подарок. Да, деньги все отправлю тебе. Ну, конечно. Слушай, я люблю тебя так, я соскучился, да. Хочу вместе с тобой. Подкаблучник. 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 Облэнерго звонили. 10 тысяч тоже. Ты еще нас учил? Конечно. Подкаблучник. 23 та 24 квітня у Палаці Україна святкова програма «Дизель-шоу». Сама крута в Україні! Яскраві враження та нестримний сміх гарантуємо. Квитки на сайті dieselstudio.com та використання фонограми.